Первый раз на УЗИ, когда я увидела свою доченьку, это был прикол. Врач мне показывает, говорит, смотрите, она прыгает. А там вот такой человечек был, такой маленький человечек на экране. И реально ребенок прыгает. И сейчас у меня доченька, вот уже ей почти 3 года, она очень любит прыгать на фитболе. Вообще попрыгунчик такой, да. Изначально, ну это такие сентиментальные уже мои воспоминания, просто записываю их, может, даже больше для себя, чем для вас, что когда мы узнали, что у нас будет ребенок, сначала мы называли нашего ребенка 3 сантиметра, потому что как раз был срок, когда мы узнали, маленький, и ребеночек был 3 сантиметра. Вот, и как там наши 3 сантиметра? Вот так это звучало, да. Потом попрыгунчик у нас был. Вот, потом мы узнали точно, что девочка. Ну и, конечно, для меня это было большое удивление, потому что я всегда думала, что у меня будет мальчик, а тут девочка. Вот, и дождались мы, в общем, родов. И следующий ролик я запишу, я вам расскажу про свои первые роды.